Дороги в поселке Актау будут восстановлены за счет Темиртауского городского бюджета. По словам акима поселка, улица Абая и улица Индустриальная не ремонтировались на протяжении 30 лет. Данные участки мы выбирали, исходя от ремонта водопроводных сетей. То есть сначала ремонт водопроводных сетей, после чего можно делать дорогу. В 2017 году мы сделали ремонт улицы Индустриальной водопроводной сети, а теперь делаем там ремонт дороги. На данные работы выделена сумма в 45 миллионов тенге. Всего заменят около 2 километров дорожного полотна. Кроме того, планируется отремонтировать дорогу от станции Мырза до поселка. Еще в планах дорогу между станцией Мырза и поселком. Это когда будет? Исходя от финансирования, сейчас денег в бюджете ограничено. Ну, смотрим, заявка тоже будет подана на уточнение бюджета. Да, там дорога плохая. Километров там тоже около 3. Отметим, что ремонт начнется весной этого года. Эльвира Волгина, Акерке Балкебекова, Максим Ломакин, новости Темиртау.